Вы когда-нибудь задумывались, как не потерять свои заработанные деньги? Как их потратить, чтобы они принесли прибыль? В какой валюте держать свой неприкосновенный запас? Давайте посмотрим, что же такое деньги и в чем измеряется наш труд. Денег всегда не хватает. Каждый год мы зарабатываем все больше денег, а их все больше не хватает. Почему? Каждый год мы видим повышение цен на товары и услуги и обесценивание денег. Однако, наш труд не становится легче, чтобы заработать всю ту же сумму денег. Почему? Мы не перестаем покупать продукты питания, потому что для нас все равно это необходимая и выгодная сделка. Например, каждый месяц мы зарабатываем 500 евро, на которые можно приобрести 50 килограмм мяса. Каждый год мы зарабатываем 6000 евро, на которые мы можем приобрести 600 килограмм мяса. Ежегодный процент инфляции составляет около 10%. Таким образом, 10% составит 60 килограмм мяса, что равняется сумме месячного заработка на протяжении года. Устал работать целый месяц в году бесплатно? Недоволен, что каждый год от твоего честно заработанного куска откусывают? С самого рождения нам навязывали, чтобы заработать, нужно быть как все. Выучиться, устроиться на работу и быть хорошим и продуктивным сотрудником. Это ложь и время, проведенное по другую сторону баррикады. Давайте посмотрим, как сберечь ваш кусок мяса. Что можно сделать с деньгами, чтобы не потерять стоимость нашего труда в перспективе? То же, что делают те, кто откусывает у вас ежегодно – закупать золото. Никто не говорит о том, что нужно сразу покупать несколько килограммов золота, ведь можно начать пополнять свой личный золотой резерв и с 1 грамма. Сегодня, благодаря развитию интернет-коммуникаций, у людей появились совершенно новые возможности. Интернет-магазин mGoldex дает возможность своим клиентам покупать слитки инвестиционного золота в том количестве, в котором позволяют их средства. Курс золота такой же, как на рыночной арене, что позволяет людям свободно покупать и продавать запасы своего личного золотого капитала, а воспользовавшись бонусной программой, получать и дополнительное золото за успешные рекомендации. Но когда и как покупать золото остается до сих пор для многих загадкой. Тенденция роста и падения цены за грамм золота в мире связана с множеством факторов. Один из них также – колебания курса валют. Однако, проследив график стоимости инвестиционного золота в долгосрочной перспективе, можно увидеть, как не только сохранить свои кровно заработанные деньги, а даже и приумножить. Покупая золото постоянно, как на спаде, так и на пике цены за период времени, вы приобретаете его по средней цене. Ведь угадать самый низкий курс остается довольно сложным занятием. Таким образом, вы ничем не рискуете при любом колебании курса. Ведь вы уже оказались в плюсе. Быть свободным от инфляции и заставить деньги работать на тебя? Выбирать тебе!